Всем привет, с вами Дима из Дэйси, мы поиграем, снова поиграем Need for Speed Hot Pursuit, ну то есть горячая погоня. Это уже второе видео об этой игре, так что продолжаем карьеру. Мы продолжаем карьеру. Так. Нам здесь предлагают скачать Need for Speed The World, но мы не будем. Играем пока на Fit Hot Pursuit. Карьера. Открываем карьеру. Вот опять у нас открылся мир. Сейчас мы поиграем. Вот, есть Gone Canyon. Что это, я не знаю. Но это у нас гонка новая. Vanishing Point. Ну давайте поиграем. Оба-на. Нам сразу дают зомби. Ну и выбери мне, не знаю, какой цвет. Ребят, какой цвет выбери? И его команда снова создали произведение искусства, способное передвигаться со скоростью более 350 км в час. О, нормально. Ладно, не будем слушать их нотации. Сразу поедем. Нам дали серебро, ладно. Это просто была гонка на время, оказывается. Ну, у нас получим две награды. Разыскивается. Награда 23 тысячи. Я уже подозреваемый, оказывается. Новый уровень мне дали, подозреваемый. И получена новая машина. И это у нас Chevrolet Camaro SS. Но это уже лучше, чем Evolution 10. Как Бамблби желтенький. Ладно, поехали. Че это? Дуэль. Ну-ка, дуэль. А здесь еще вещи. Ну ладно. Поехали, дуэль. На чем хоть дуэль-то? Ха. То есть ты хочешь сказать, что я поеду дуэль на Evolution? Спасибо. Синенький мне больше нравится. Ну что, прокатимся дуэльку. Так, у нас солнечно и дождь. Классно. Жалко, что здесь нету простого, ну как бы этого. Не простого, а свободного вождения по карте.
Вот покатался. А так придется только гонки. Итак. Считаю, что хоть для 10-го года это классно. Графика. Вот, мы видели BMW.